Привет-привет, мои хорошие. Я, как всегда, нанесла свою маску пилинг. Прошло минут 15-20. Сейчас нужно ее уже смыть. Деточки мои вот лежат. Сынуля так внимательно прислушался. Вот они. Сняла с них штанишки, оставила в подгузниках. Они любят так валяться. И мамины сладкие. А Зулечка моя пошла в магазин купить продукты. Это как раз для тех, кто говорил, что Изули не получится мне, для меня помощница, потому что она не сможет ни в магазин сходить, ни в аптеку сходить. Все она прекрасно может. Магазины, на которые на нашем районе ходит, очень даже покупают все продукты. Сейчас она еще пошла заодно химчистку забрать свою жилетку. Все у нее прекрасно получается. И в аптеке тоже она ходит. Вот так вот. Знаете, главное, чтобы было желание. Если есть желание, человек может все. И хотела открыть вот этот вот пакет вместе с вами, посмотреть, что мне пришло. О, Зульчик пришла, я слышу. Много чего приходит с Алиэкспресс, мелочи всякие. Я не делаю распаковку, но вот этот пакет сейчас делаю распаковку, потому что мне кажется, там мой спортивный костюм, который у меня есть серого цвета, я заказывала такой же голубой. Мне кажется, он пришел. Сейчас посмотрим. Рубрика «Что на улице?». А, кстати, я же сказала, сниму эту распаковку. Распаковку не сняла, потому что там, оказывается, не спортивный костюм был, а пришли купальники на обзор. Видео сниму потом отдельно. Зулечка готовит мне плов, плев готовит сегодня, а мне уже голодная. Да, каждый день ей что-то надо, она голодная, голодная, ходит, живот крутит. А ты хоть себя не раз в неделю пыталась? Каждый день ходить что-то. А это морковка вылетела. Мне все так. А, я думала, ты отсюда попалась, опять мне морковку взять. Ужасный пакет. А я буду готовить сейчас смесь детям. Кстати, моей девочке не подошла смесь Автомил. Сейчас я вот у нее постоянно пучила живот, постоянно был вздутый, уже 3 дня, наверное. Сейчас я в интернете заказала Симилак двоечку. Посмотрим на местный Симилак. Надеюсь, Симилак подойдет. Привет, привет, мои хорошие. У нас сегодня такая хорошая погода. Мы собрались, вышли всей семьей. Синуля. А дочь спит в коляске, папа катает ее. Зулечка там позади. Собрались с семьей, вышли уже и пошел дождик. Но пока мы доехали к морю, дождь закончился. Море очень красивое. Какое прекрасное море. Смотрите. Хотела, чтобы детки подышали морским воздухом. Опля. Синуля? Нам уже эта шапка маленькая. Мама на днях купит ему другую. Мы растем, растем и растем. Лежать в коляске мы не хотим. В коляске нам неудобно, потому что он у меня не маленький. Я помню, я когда купила эту коляску, мне говорили: ой, Фатима, вы не по возрасту купили, она большая для ваших деток. И что? Моему сынули там уже неудобно. Потому что он одет в комбинезончике и сверху одеяльце. Конечно, летом будет удобно, я надеюсь. Сейчас он там особо лежать, ну, когда спит, он там лежит, конечно. А так просто сидеть и наблюдать не хочет. Море, море. Красота. Да? Кто это? Это кто? Это мамин мальчик. Ты сокровище мамина. Очень тепло. Очень тепло, можно было просто курточку надеть на себя. Я побоялась, что будет холодно у моря. Ну все, пока закроюсь. Дальше еще поснимаю. Наверное, потом где-нибудь посидим, чай попьем. Вечером собираемся ужинать у свекрови. Ну, ужин, это громко сказано, будет турецкий кысыр. Но я кысыр люблю. Оп. Немножко поснимаю вам. Только что здесь были уточки, хотела уточку поснимать. Посмотрите, какая вода чистая. Прозрачная-прозрачная.
Папа ходит вокруг своей красавицы. Ой, утка нырнула. Сегодня первый раз мы опробовали свой дождевик. Море, конечно, бесподобное. Смотрите, какое небо разное-разное. Вот здесь вот прямо над нами очень красивое голубое небо, а вот там подальше такие облака тучные. Вот очень красивое небо. Не знаю, как у вас, но у меня в телефоне прям такие краски красивые. Мост. Я его называю шатающийся мост. И на ту сторону можно перейти. Здесь, конечно, голуби. Почему-то грязно. Ну, не грязно. Земля там. Люди идут, кто с чаем, кто с кофе, кто с собачками гуляет, кто с чем, кто с шапкой, кто с коляской. Ой. Велосипеды, на которых можно покататься. Опля. Подожди его, я уже не могу. У меня сейчас руки отвалятся. Он что делает? Он что делает? Мамина, ты что делаешь? Все, что в ротик попадает, все пытается жевать, сосать. Мамина, синуля! Синуля! Мамина, синулька! Вы знаете, как сильно шатается этот мостик? На этом мостике даже местные жители любят фотографироваться. Я думала, только мы, там, иностранки. Нет, даже местные жители фоткаются здесь. Наш папа там внизу ждет нас. А, шатается. Детки уснули наконец-то. Точнее, сынуля. Ай, не могу я прям. Двумя руками надо здесь держать телефон, и все равно шатается. Какая-то ягода там. Смотрите, красная такая, оранжевая, видна сквозь кустики, если приглядеться. Интересно, что за ягода? Наш папа ест каштаны. Кестани малды. Нормально, бертани. Я не очень их люблю, правда. Ну так, для разнообразия. Ну и кафешки, кафешки, кафешки. Мягче. Наелись мы каштанов и идем вдоль кафешек. Если найдем какое-нибудь такое, знаете, кафе, в которое коляска наша едет, может быть, присядем, чай попьем, но так нет. Потому что кафешки, смотрите, крытые, и все там курят. Вот это вечная проблема у меня. Когда я была беременная, вообще была проблема найти место, куда присесть. Потому что запах сигарет меня просто раздражал.
пальмы, пальмы. Не смогла пройти мимо уличных домиков, которые местные жители сооружают для кисик. И всегда бывает еда. Здесь они где-то бегали, сейчас киски наши. Она нас спряталась там. Честно скажу, голодных, как вот в России бывают кошек, я здесь никогда не встречала. Местные жители очень ухаживают за кошками. А, Зульчика побежала. Это бутыли с водой, наверное, чтобы крыша не улетела от ветра. Да, такая расцветка красивая. Убежала. Очень красивая расцветка, окошко уличное. Она тебя боится? Они все боятся. Кедик, а чё? Такая интересная. Гизель. Зашли мы в кафе, в которое раньше я часто ходила завтракать. Оно называлось «Альянс». Сейчас концепция кафе изменилась, и название тоже они поменяли. Вот так теперь называется. Есть такое же кафе у нас на районе Валсанджаки. Я заказала чизкейк. Вон кусочек уже муж попробовал. И капучино, да, у меня, по-моему? Угу. Зулечка, тирамису с чаем. У мужа уже что было, там неизвестно. Он уже вылакал все шоколадное, там что-то было. На улице крытое кафе. Здесь очень интересный такой интерьер. Смотрите, старые чайники, лампочки. Здесь вообще очень много старой вот такой... Даже швейная машина, что ли, там? Нет, да? Чего только здесь нет интересного. И это, кстати, продается. Ну, это, конечно, не старое. Раньше здесь было все такое старенькое. Что мне нравится, что сигареты здесь внутри курить нельзя. Это очень хорошо. Лампочки. Лампы здесь остались прежние. Вот такие вот они и были раньше. Визитерок. Детки мои в коляске лежат. Сынуля проснулся уже. Смотрите, сколько всего интересного здесь. Это все можно приобрести, кто желает. Ёжик кофейный. Да, вот такое вот место. Здесь пахнет, конечно же, кофе. Запах кофе везде прям стоит. В гостях у бабули. А? Бабуля. Дядя, как всегда, рассказывает, что они будут делать, когда вырастет сынуля. Он внимательно слушает. Ему досталась жилетка. Знаете, чья это жилетка? Его кузена, которому сейчас уже 18 лет. Я? Başka ne yapacağız aslında? Top oynayacağız mı? Top seneye oynarız artık. Bu sene oynayamayız değil mi? Мяч говорит, будем играть, говорит. Будем, говорит, поиграем, говорит, все şimdi. Tamam. Oynayacağız diye. Dondurma da isteyeceksin mi dondurma? Dondurma da alalım mı dondurma? Mısır da var bizim sahilde. Aslan. Ben onu da ezberden veririm sana. Мороженое, кукурузу, все предлагает. Ну, это все, когда вырастет. Böyle elimden tutup gezeceğiz mi? Evet, gezeceksiniz. Ой, нас не а вот и доча. Ну, ню-ню. Пошла, папа пытается ее накормить.
Yeter, yeter. Yeter.